Уважаемые жители и гости города Актюбинь, Центр трудовой мобильности по Актюбинской области приглашает вас на ярмарку вакансий, которая состоится 16 августа текущего года в 10:00 в парке имени первого президента в честь Дня молодежи. На ярмарке вакансий примут участие 60 работодателей из разных отраслей и будут предоставлены около 300 вакансий. Участвуют такие учреждения, как Фонд развития предпринимательства на дому, Аграрная кредитная корпорация, Жилищно-строительный сберегательный банк, Спасбанк и другие. А также будет организована выставка среди молодежи, получивших микрокредиты, гранты и открывших свое дело. Мы ждем вас!